да еще не стонут. Мне 74 года. Это надо просто любить свое дело. И я спрашиваю, это для чего вам это нужно? Вот столько, я 50 лет учился на это непрерывно. Я отдать, я отвечаю на 4324 вопроса здесь. Политика, экономика, социология. Любой вопрос, который мне задавали. Там я вел занятия в воинских частях, милиции. То есть такой спрос был. Я отвечаю. Это моя страна, мой народ в грозной опасности исчезновения. Поставлена задача мирового правительства уничтожения нации славян. Я с этим не согласен. Поэтому я все делаю, чтобы люди познали Христа, жили для Бога, жили по Святой Библии, жили в любви. Другого оружия нам не дано. Евреи все захватили. Захватили, да. Везде работают мусульмане, да. Бороться надо как? Любовь. Мы должны показаться Христом лучше. Нам не дано другого оружия. Я не могу стрелять из-за угла, не могу подрывать. Я могу только плакать и молиться, что мы и делаем. И видим плоды. Вот